Всем привет, на связи Hairspray Rocks, и мы коротко расскажем о культовой рок-группе Cinderella. Группа образовалась в Америке в 1983 году. В ее состав входят вокалист Том Кифер, гитарист Джефф Лабар, басист Эрик Бриттингем и барабанщик Фред Коури. Первые выступления Cinderella проходили в клубах Филадельфии, но вскоре их талант был замечен не кем-нибудь, а самим Джоном Бон Джови, который помог им подписать контракт с лейблом Mercury Records. В 1986 году группа выпустила свой дебютный альбом Night Songs, который стал коммерчески успешным благодаря таким хитам, как Somebody Save Me и Nobody's Fool. После этого Золушка выпустила еще три успешных альбома Long Cold Winter, Heartbreak Station и Still Climbing. Каждый из них получил множество положительных отзывов и достиг высоких мест в американских чартах. В 1995 году группа распалась и после этого воссоединялась лишь для живых выступлений в честь празднования круглых дат. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на Hairspray Rocks.